Школа Российского общества акушеров-гинекологов – это очень важный проект, который на перспективу не только в Сибири, но и по всей Российской Федерации может повлиять на качество последипломного медицинского образования. Школа РАГА, которая запланирована в феврале месяце в городе Кемерово, она не просто является формальной школой для получения каких-то знаний. Все тематики лекций, которые будут звучать, они будут сформированы по запросу практических врачей. Очень актуальны темы по акушерству. Это акушерские кровотечения, это преэклампсия, это преждевременные роды. Целый блок по онкогинекологии. Это семинар ведущих специалистов Кулаковского центра по неонатальной помощи и возможностям неонатальной хирургии. Эти два дня они предполагают очень активную интеллектуальную работу. Уважаемые доктора, эту возможность нужно обязательно использовать. Это совершенно уникальное событие, которое принесет вам новые знания. И я вам хочу пожелать удачи и успешной работы на нашей предстоящей конференции.